Добрый день. Меня зовут Евгений Нестеров. Мы записываем это видео в 2023 году, находясь в городе Ванкувер, штат Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Добрый день. Меня зовут Павел Варивода. Мы уже 20 лет проживаем в США, где несем просветительское служение Церкви Смирно. Нам предложено восстановить историю церкви Пятидесятнической церкви э, Верность города Никополь, Днепропетровской области, Украина. Э, до 2002 или 2003 -го года э, мы были членами церкви, э, в этой церкви Верность. Э, я был пастором, служителем этой церкви э, где-то с 90-х годов до 2000-х годов. А брат Евгений был секретарем э, нашей церкви где-то с 90-х годов. Да, в свое время, когда мы были членами церкви Верность, мы исследовали ее историю. Мы расспрашивали членов церкви, там, пожилых или опытных членов церкви. Это, если кто помнит, Мирошниченко Николай Иванович, Воловик Анатолий Иванович, Олег Бордюх и другие. Из их свидетельств мы составили историю с самого начала и примерно до 1980-х годов. А следующие 20 лет уже проходили с нашим участием. А вот уже последние 20 лет, где-то с 2002-2003 года, до сейчас 2023, это уже было без нас. Мы уже как бы только следили удаленно из Соединенных Штатов Америки. Брат Павел, с какого года можно сказать, что ведет историю церковь верность в городе Никополе? Что вы помните? Uh, uh, Первое, хочу uh, поправочку внести. Церковь Вернос была присвоена за период моей ответственности, uh, моего служения. Она была просто как пятидесятческая церковь. И как мне было известно или стало известно от старощины церкви, uh, где-то 1980 в 1926 году появились первые э, христиане, крещеные Духом от движения Варанаева, э, которое проходило не так далеко от города Никополь. Э, они с Никополя поехали туда, ознакомились с этим учением, э, они получили крещение Духом и вернулись назад. Ты имеешь и, в виду в Одессе где-то? Они в Одессу поехали, но бежали или Никополя, и они где Это несколько... через пять лет после того, как Воронай приехал в Одессу в 1921 году. Иван Воронай. Да. Угу. А, поэтому где-то с два, 1926 года уже были в Никополе э, крещен до конца э, христиане, и они э, посещали только, где могли, ближайшие церкви, где были пятидесятники крещен до они ездили, ездили туда. А, но потом в городе Никополь э, правительство принял решение строить э, трубный завод. Это Но был большой завод, да. большой завод, Он строил, начал строиться где-то в 30-х годах. 32 33-й год, где-то, или в 31-м году начали строить значит, этот э, большой комплекс, большой завод. Э, он потом достраивался, расстраивался, новые цеха строились. И из-за того, что прибыло много рабочих, которые строили этот э, завод, и некоторые остались и жить в этом городе. Они должны были и работать на заводе потом, на уже запущенных, открытых цехах. И с ними приехали как рабочие и как строители, и другие верующие из других регионов. Нам неизвестно, с каких мест они поприезжали. Их приехало уже достаточное э, число, они начали знакомиться, выходили на известных верующих уже им через соседей, через знакомых. И они где-то в пределах 32-33 год, они э, организовались и начали проводить регулярные служения. Кто был у них первый пастор, кто организовал их, нам это неизвестно. Это осталось для нас скрытой страницей истории. Потому что то, что мы слышим, от, слышали от наших старых верующих, где-то в 1932-1933 году начались проходить регулярное служение каждое воскресенье, может какие-то еще дополнительные были еще какие-то встречи верующих. Поэтому истории... Их называли грабари или землекопы. Да, да, многие из них так и не назывались, потому что многие из них работали на кирпичном заводе, потому что нужно было расширять жилой массив, не хватало жилья для людей, которые и приехали работать туда, и приехали строить завод, и а, а, правительство города а, приняло решение расширить жилой фонд, и потому еще было два кирпичных завода на тот момент, на то время заводе, они добавили еще и мощности, эти кирпичных заводов расш... увеличили и какой-то еще завод построили, в скорости было их уже четыре, и потому Тогда технология была несколько такая, как сейчас мы знаем ее, потому люди на повозках, на грабарках возили глину из карьеров, специальную глину, которую и они использовали кирпичи, как сырье, да? из них делали кирпичи, а потом строители строили жилые, жилые дома и сдавали их, значит, жильцам, и люди поселялись. вот таким образом попали к верующие с других городов и таким образом открылась церковь. А какой э, первый служитель, о котором вам известно, о котором вы рассказали, что это, в какое время, как его звали, что вы знаете о нем? Я принял служение или э, нес ответственность за церковь, он не был служителем. Матвиенко Григорий Терентьевич. Он был в вузах э, за Слово Божье, за убеждение но у него были некоторые обстоятельства в биографии, которые не позволяли ему принять служение, но он опекал церковь, назначал служение, значит, постоянно контактировал и с служителями из и Запорожской области, приезжал к нам Вениамин Ильницкий э, Безуглов и Константин э, Николай, э, Николай Ильницкий, которые обслуживали Запорожскую область и приезжали в Никополь. Потому все вопросы, которые нужно было по устройству э, церкви, или причастие совершить, или, допустим, водное крещение крещении преподать, то приезжали. И он опекал церковь, он назначал служение, проводил служение, проповедовал, беседовал yeah. с людьми, а сложные вопросы или такие вопросы служения, он созванивался с со служителями Запорожья, и приезжали туда они. А он принял служение, это уже по свидетельству людей, которые были в нашей церкви, которые знали, был некоторый Николай, еще называли его западник. Он приехал с Западной Украины, он нес служение, он был рукоположенным служителем, в каком сане пресвитера Ирдякона, нам это неизвестно. Но со слов нашего бывшего члена церкви, который здесь сейчас живет в США, Олег Бордюк, он ему лично даже подарил Евангелие карманного такого образца, не вообще Библия, Евангелие, это был большой дефицит, а еще карманного такого формата, маленькая, удобная, что можно было ее незаметно переносить, тогда литература изымалась, то это был большим подарком для него, и он сейчас живет в США. Запомнил он, на всю жизнь. Он да? он, да? он до сих пор помнит и очень благодарен, что этому служителю Николаю, что он ему передал служение. В каком году а, Матвиенко Григорий Терентьевич принял служение от этого Николая? Служителя Николая тоже нам неизвестно. Я сл слышал, я помню, как говорили наши старейшины церкви, что были еще какой-то служитель был, mm -hmm. э рукоположенный служитель в городе Никополь, начиная где-то 32 -го года, но имя его и какой период его служения это нам тоже неизвестно. Mm -hmm. да, э фамилия Матвиенко мне знакома, когда я пришел в церковь в девяносто году покаялся что я знал Валентину, Матвенко, это дочка этого служителя, но самого Григория я не помню, видать он э, умер, наверное, или в том году, или как раз, может, год другой до моего прихода, где-то начало 90-х годов уже Григория не было, а за Николая Олег Борди говорил, что это где-то в районе 1969 года или 70-го года, когда он ему подарил иван, это было время Тогда коммунизма, там, обычной литературы любой Библии не было, Евангелия не было, то иметь такую карманную э, размера это очень удобно было, это, э, конечно, да на то время было большой подарок. Кстати, я помню, как он с этого Евангелия проповеди говорил в церкви. Да. да. Маленько, ага. думаю, уже то время, когда я был в церкви, с 82 -го года, это уже там и дальше, уже было больше был доступ к э, литературе, уже на водное крещение мне дарили Библию. Она тоже небольшая такая. маленькие это, наверное, Гедеоновский, только мы дождались, когда Гедеоновский распространять. Ну, Гедеоновский, А я думаю, почему он читает, проповедует с этой маленькой евангелики Думаю, я не знал, это уже сейчас я в США от него узнал, буквально мы недавно с ним разговаривали, он рассказал историю этой Евангелии. Она для него была очень памятной, такой ценной. Ясно. А что вам известно о численности церкви? Сколько людей посещали? Конечно, период времени длинный, то, наверное, по-разному было и больше, и меньше. Но какая максимальная численность церкви верность была? Мне известно со свидетельства людей, которые что-то помнят, старые люди, что церковь была время, что где-то 100 человек было церковь. Приходили Но на собрание, не просто списочные собрание до 100 so человек. Потому какой это был период, какие годах это было, но так и говорю, что было время, что церковь была большая. Хоть никогда э, церковь города Никополь, пятидесятники не имели никакого постоянного места для служения. Они постоянно Собирались по, по, домам. домам, да? Были определенное количество домов, хозяева, которые расположили своим сердцем, и они принимали в свои дома Поэтому, когда большой коллектив приходит, люди, конечно, тогда не было повозок уже, люди ездили с транспортом общественным, не было машин, поэтому можно было спрятаться. И я помню очень хорошо, это же в мою бытность, когда мы на конспирированных таких квартирах или домах собирались, очень преследовали, нас переписывали, штрафовали, то даже закрывали одеялами, подушками, закрывали окна, потому что собирались очень рано, еще до восхода солнца мы проводили служение. И для того, чтобы не было видно, что тут сейчас рано почему-то горит. Не, видно, что свет горит в доме. Посторонние да? люди, когда проходили, чтобы не могли заметить, что слишком много света, такое ранний час. Потому mm. и такое было. Потому э, в то время, может, не так было преследование, что люди могли собираться большим количеством. На момент, когда я приехал в церковь, Никополь. Я женился в 1982 году, приехал в Никополь по месту жительства моей невесты или моей жены молодой. И церковь была до 30 человек. Она была небольшая. И причиной тому, я предполагаю, одна такая э, яркая и очень нехорошая история церкви. Была какая-то пророчица. Или она приезжая, или она была местная. Жительница Никополя. Но она э, распространила пророчество, что Христос придет за, за церковью. И был через ее пророчество было назначена дата и место. Всем нужно было одеться в белые одежды. Это был район города Ника Лапенко, это близкоховского водохранилища. И она в определенное время, это было днем, все переоделись в белые. На то время церковь была тогда не такая уже маленькая. Но все, эта группа людей шла с песнями, с молитвами шли э, длинный участок по улице, которая вела прямо к берегу Кахоцкого, до хранились там такой крутой берег, но они думали, что им было откровение, что придет, Христос придет на корабле на Белом и заберет их всех. И это восхищение церкви будет. Потому когда они прошли таким шествием, все в Белом, дети, взрослые, женщины, мужчины, пели песни христианские, молились, вышли на берег и долгое время ожидали. Люди, многие видели это все, эту все процессию. Соседи удивлялись, что происходит. Они не могли, не могли получить объяснение, потому что церковь как бы проводила служение, ожидали Христа, в восторженном таком настроении. Но когда не прибыл Христос, и уже более позднее время было, они начали расходиться оттуда, с этого места, сильно удрученные. И второе, после этого часть церкви... Рассыпалась, разошлась, растворилась, в мир ушел. Кто просто перестал ходить на собрания. И многие люди, которые э, в этом районе видели это все, э, они передавали своим, и даже и внукам передавали. И очень трудно, когда я при наслужении проводили регионализации много, то в этом районе э, почти люди не приходили в церковь, потому что на слуху во всех было, даже и у внуков, у внуков, что эта церковь вот такие вот проявления имела. Да. Понятно, что не только для неверующих соблазн, но и для верующих. Что-то похожее на такое произошло в находке. Такое более да, было слышал. известно на, ну, на территории Советского Союза тогда. А это что-то похожее именно в Никополе произошло. Да. А кого вы помните из активных таких проповедников или тружеников на момент. Когда вы пришли, вы сказали, что служителя не было, был какой-то старший из братьев. А кто еще там из братьев был в церкви? Вспомните. На то время, когда я пришел в церковь, в церкви были несколько узников. Это э, Ригорий Терентьевич Матвиенко, он сидел тоже за убеждение. Потом э, Николай Иванович Мирошниченко, он тоже сидел за убеждение. Он сидел не за убеждение, вот я не, могу. Вот я не помню точно здесь. Uh -huh. Не все-таки он был Его жена Анна была у Николая жена Ивановича. Она была моряком когда-то, она нам тоже на корабле работала, uh -huh. помогала к повару, они там познакомились. Анна немножко старше его была, но они хорошо жили, не были дети. А, то он был как узник, он был проповедник, такой он достаточно эрудированный среди братьев был. Потом был а, Александр Шевченко, а, он тоже в узах был, сидел в тюрьме. Потом был Протасенко Сергей. Uh -huh. Он сам свинец, кажется, не жена его свинница, он микопольский. Жена Лидия, Лидия была, да. Они достаточно поздним возрасте сошлись. У них сын был э, Павлик, единственный сын у них был, потому что достаточно поздний брак у них был. Значит, это люди, которые отсидели в тюрьме, которые потом собрались и были как вместе в церкви, потому там э, был свой такой определенный клан э, братьев узников, которые держались определенных своих взглядов определенной своей практики uh -huh. и когда и в дальнейшем когда мне пришлось мне предложили возглавить эту церковь стать пастором церкви мне было не просто работа с братьями даже федорник Захаров был очень активный было время когда уже я был пастором церкви мы в его доме проводили где-то в течение трех лет мы в его это доме я в уже помню это при мне тоже это по улице Марганецкая, 21. Мы очень до сих пор его автоматом выдаю этот адрес. Мы на евангелизациях распространяли это. Визиточки такие даже сделали. Раздавали место служения, допустим, Марганецкая, 21. Да. А, у меня тут есть тоже, я сам себе вспоминал тех людей. У меня еще есть Левчук Александр, и жена его Тоня, из тех опытных верующих или пожилых. Uh, семья Олега Бордюга, его мама uh, была жена Олега Надя. Потом вспоминали там, я помню, uh, Соня и Федя на северном участке на улице Луговой. У них тоже в доме происходили были собрания, их милиция переписывала, там забирали библии, песенники. Uh, была такая Надя на улице Портовой, только так ее кличка такая или или прозвище такое было «Портовая Надя». Интересная история с ней была, что она была крещена Духом Святым, будучи в православной церкви. Она ходила в православную церковь, и она подошла к батюшке и сказала, что это такое, что это за проявление, иные языки и то все. И батюшка ее послал в церковь Пятидесятников. Вот так она пришла в ту церковь. Если я, Евгений, минуточку, если я не ошибаюсь, то батюшка признал, что это Божье проявление, но сказал, тебя здесь не поймут, тебе надо идти к твоим. Она говорит, а кто это мои, где они? И он им, он ей подсказал, что я знаю, что они, вот там есть такие верующие, примерно такой-то адрес, поедь туда, знакомься с ней, потому что ты тут же не сможешь быть. А, а, а тебя там примут, потому что ты ихняя. Примерно такой, это был такой жест доброй воли, это такой был интересный поступок батюшки, который, в принципе, не должен был это делать. По его угу. ответственности, по его пониманию нас, протестантов. Но он это сделал, похоже, Бог заботился об этой душе, об этой наде, чтобы она все-таки приобщилась к церкви Христовой и служила Богу. Угу. А, еще пару имен я вспомню. Это сестра Галя и ее муж, брат Алексей. Они потом переехали жить в Алексеевку в село возле Никополя. Они а жили там время... постоянно. Они а, жили там. Да? Они жили там постоянно. Просто они с Алексеевки ездили, ездили на, на служение. И то она была верующая, а он был неверующий, Алексей, Галя была. И она пророчествовала. И что интересно, я извиняюсь, дополню информацию такая интересная. Ее пророчеству кто-то верил, а кто-то с недоверием относился к ее откровению. Но был такой один момент э, в служении. Мы пришли на собрание рано утром, мы обычно собирались рано утром. Как можно раньше? Когда на 6 часов, когда на 7 часов, когда на 5 часов утра, это зимой и летом и зимой и летом мы собирались и, она, и мы решили по -моему, мы обычно перед началом собрания молимся бывало через его ретельниче откровение через нее откровение через кого-то еще там по несколько человек мы сверяли то она говорит братьям не было откровения у нас здесь опасность ожидает а, и мы решили отнести пару человек сказали да что там давайте все-таки будем проводить собрание дождемся остальных людей она еще сказала, братья, я получил откровение, что здесь нас ожидает опасность. Нам нужно правильно к этому отнестись. Мы прислушались, мы быстренько помолились и разошлись с этого места, и разошлись по местам, от которые, по, по дорогам, которые могли проходить еще верующие, которые подходили на собрание. И мы их встречали и сказали, что собрание отменяется. Было откровение, что есть опасность. И действительно, буквально, мы должны были э, в 7 часов, это было зимой, начинать собрание. А в 8 часов прибыл э, милиция. Милиция пришла и с понятыми с дежурными какими-то там. И они пошли переписывать нас. А никого уже не было. А хозяева, э, это сам, И что интересно, после того, как мы разошлись с этого места, сильно пошел снег. И все следы к дому, калитки из калитки, он позаметал. И они удивлялись. Им сообщили, ихние ну, их наводчики. Наводчики, что собираются туда, идут туда, мы провожали некоторых, потому что нам там потом стало известно, прямо некоторых сопровождали из дома. Знали верующих, что они идут на собрание, знали, кто постоянно на собрание ходит, и провожали. Они знали, что эти люди придут к месту собрания. Вот тоже такая такая интересная деталь была, что именно через эту галю было предупреждение, и это было точно сбылось, потому многие, которые даже набирали ее откровением, приняли ее, что действительно насос нас Госудит Божий. Угу. Хорошо. Что еще известно о служителях? Вы что-то упомянули о служителях из Запорожья, да? Это в какое время они отвечали за церковь или посещали церковь? Они, Вениамин а... Безуглов, Вениамин без углов. И и николай ильницкий, ильницкий. Э, они были ответственны поставил их виктор белых э, они были и мы были братстве нерегистрированных пессятников и ответственно тогда был по нашему советскому союзу по всему по нашиму братству был белых не помощник был гливчук э, иван антонович не И они назначили их ответственность за Запорожскую область. И Никополь отдали под их опеку. И они приезжали. Потому что не было служителя, не было служителя на, месте. на месте. И они все время молились, чтобы был служитель. И они опекали. И когда я приехал в 1982 году, то уже в 1992 году мне уже предложили взять ответственность за церковь, стать пастором церкви. То где-то в пределах еще мы были под ответственностью за Запорожской области, потому что я принял ответственность за церковь в этом году, но не был рукоположен на служителя. Потому я проводил служение, как Григорий э, Матвиенко до меня. Тебя. Организовал братское совещание, там разные такие активы, только кроме молитвы за детей, кроме причастия и водного крещения. Потом братья мне поручили проводить причастие. Но уже где-то в 1995 году, нужно было рукоположить служителей. И на тот момент мы уже братья решили вместе с Белыхом, что нужно не полетать под Днепропетровскую область, непосредственно под опеку города Кривый Рог, где тогда был Григорий Арсентьевич Бабий. Он был как значит, ответственный за город. Потом в скорости он принял ответственность за всю Украину. И он руку положил меня на на сан пресвитера как пастора церкви. Как вы собир, продолжали собираться по домам, да, когда вы приняли служение? Как вы двигались к тому, что в настоящее время у церкви есть свое здание? Э, на время, когда я приехал э, в город, в церкви было э, может, только две или три семьи, где были дети, которые ходили на собрания. А в основном были люди старшего возраста. Пожилые или старшего возраста. Это семья Воловик. Э, это семья Захаровых. Федя и Гали. И еще Протасенко, наверное. Протасенко. У них сынишка был маленький тогда. То совсем маленький. Это маленький. А так люди, дети, которые были такие более-менее к этому участвуют в основном такая доминирующая семья, это была семья Воловикова, Анатолия и Сестры Надежды. Впоследствии я стал в этой семье зятем. Я взял Сашу дочку себе жены, ихнюю Сашу дочь себе жены. Потому детей было немного, людей было немного до 30 человек. Но церковь начала скоро разрастаться, ну как, начали добавляться церковь, начали люди приходить. Начали люди интересоваться. Молодой служитель, молодой человек, новый. Я проповедовал, э, какие-то занятия проводил, разборы слова проводили мы. Люди начали интересоваться, церковь начала расти. И мы э, очень скоро, мы уже в доме не помещались. Было трудно. Уже ограничились количество домов, которые согласны были принимать у себя дома людей. Потому что это надо было приготовить комнаты, это надо было лавочки поставить. Стулья, вот, как таковых их было обычно мало, ставили такие доски, на эти доски козлики делали э, под эти доски, доски накрывали какими-то там половиками или родненками. и не всегда, они были в наличии, мы собрания проводили просто на, на на досках, сидели на досках, поэтому 2-3 часа, когда и больше, поэтому э, и их надо было расставить, а людей рассадить, доходило до того, что мы в зале людей размещали плотно садили людей, потом э, family room семейная комната следующая, меньше, там люди рассадили Доходило то что в коридор люди рассаживали. Люди уже не видят проповедника. Э, Поэтому... Надо было искать было, какое-то большее помещение, сложно. да? И мы, да, мы вынуждены были пойти снять рент. Мы были не регистрированы в церковь. Было непросто найти рент. Но мы нашли. Мы нашли летний кинотеатр трубного завода парк трубного завода, за завода, там летние кандиаты и на лето мы сняли аренды, говорили, нас пустили, мы там начали проводить служение и начали анализацию проводить, приглашать туда людей, прямо там рекламы распространяли. Насколько я вспоминаю, эти все рекламы мы заказывали где-то их, даже если не ошибаюсь, заказывали даже печатные печатном органе, такие большие, помню, такие плакаты, да. развешивали их по столбам, по стенам домов и люди начали потихонечку приходить. Мы приглашали э, с Кривого, кривого рога группы э, с евангелистами, с проповедниками, с поющими. со смелой приглашали Черкасской области несколько раз нам приезжал Михаил Коваленко, сегодняшний наш ответственный в церкви за ливийское служение. Он с mm -hmm. своей группой приезжали, поэтому было такая. Мы начали сильно реваншировать. Сколько Но... времени вы были в Ренте? В ренте в этом клубе э, летнем клубе мы были только летом, потому что до осени уже было ну, холодно, уже дальше невозможно было, и мы были вынуждены искать другое жилье. Благо то, что э, тоже трубный завод, парк, и там был кандидат строителей. Угу. А, он был э, таком уже, но ну, он еще функционировал, но уже мероприятия в нем не проводились. А там только небольшие. Такое было время, что все было. Нас спустили в зал, Запущенная. мы договорились с директором, женщина была где-то 30 с лишним лет, она согласилась, хоть любила выпивать, но согласилась она спустить, мы как-то там договорились за какую-то плату, мы платили ей, проводили служение. Стало известно администрации города, что там, значит, в клубе проводят служение. Они сделали ревизию и сказали, это здание в аварийном состоянии, вы не можете здесь, потому что крыша может обвалиться, потом будут травмы. Она говорит, мы не можем дальше, говорит, нам некуда деваться. Но они сдавали, это директор сдавала в рент, если не ошибаюсь, и тоже какую-то площадь или меньший зал. Она предложила коридор. И мы в этом коридоре начали, расставили там эти стулья с этого же клуба, перенесли. Нам было тесновато, но мы могли помещаться. Перед там песни, люди в клуб приходили, или работники, или случайные прохожие, это было в парке, не в центре города, все равно люди Какие это были? Это 95-й, наверное, да? Когда тебя рукоположили? Да, это, это, уже, это уже было... конец столетия. 95-й, 97-й, где-то вот такие годы. 90-й, может быть, 8-й год, потому что в 99-м году э мы уже приняли решение строить молитвенный дом. К этому а времени... Как это, как это произошло? Да, тоже интересная такая деталь. Мы с женой э занимались таким бизнесом, Пличку построил я, выращивали тюльпаны, потом вафельные коржи, э, пекли, мазали уголочки, продавали. Плюс разные работы, другие делал. Ну, как-то был способный, отопление людям варил, машины переваривал. Было возможно заработать деньги, и мы решили приобрести э, дом, старенький дом, но хороший участок в центре города. Мы решили там со временем обживаться. На Миронова 18. Да, адрес Миронова 18. Но мы накапливали деньги для реконструкции того дома, который там был, и решили собирать деньги, чтобы уже строить новый дом. Но когда мы уже, нам было и там уже тесно, и было очень сложные условия для рента, мы решили все-таки строить, и я решил с женой, давайте мы нас в огороде отделим час участка под молитвенный дом. А себе будем отдельно строить дом но решили сначала строить молитвенный дом, она а уже как-то потом, потому что молитвенный дом нужнее, потому что тесно собираться и сложно с рентом разное, потому что нам этот рент он не дешево обходился, мы ремонт делали там. Начали Это... строить в девяносто девятом году. Вы говорите. Да, мы уже пер... первый раз штык вот разбили колушки, растянули ленточки, посмотрели, какую участок мы будем, согласовали, приняли совместное решение. Не просто было принято решение нам, но приняли решение, и нам было откровение такое. Благословлю, если будут у вас согласия. Мы нашли согласие, и в 99 году мы начали строительство молитвенного дома, и когда мы начали его строить, очень скоро мы с женой приняли решение, дети наши были достаточно молодые, они меньше участвовали в таких решениях, мы приняли решение этот участок весь отдать под молитвенный дом. И мы так его, мы остались со собственниками, но строим молитвенный дом, и решили уже для себя ничего не строить, мы решили что-то другое для себя приобретать. Пока у нас была квартира двухкомнатная, хорошая квартира, мы сделали хороший ремонт, там, мы жилье имели. Ну, жили, имели желание расшириться. Но решили передать пока это полностью под молитвенный дом для нужд церкви. Вот так вот мы за, начали строить. За, за, за какой срок вы построили молитвенный дом? Или да, мы, мы построили? Я же тоже участвовал. В пределах три года мы строим молитвенный дом. Он был очень удобный. Первый участок большой. Второе, подъезд асфальт. В ну, те времена это очень ценно. Асфальт прямо к молитвенному дому идет, и рядышком остановка. Это центр города. Это был, если не ошибаюсь, у нас там был дворец культуры, дворец культуры городской. Да. Улица Электрометаллургов. Это центральная одна из центральных улиц или центральный проспект такой города. Поэтому людям было удобно приезжать с разных районов города. Основная трасса проходила здесь. Проспект Трубников там был и да, рейсовых автобусов. Было ехали по этому участку, потому это было большим благословением для церкви, для людей нашей церкви, и для эмоционализации удобно было людям распространять, э, давать рекламу этот адрес, потому э, Канализация проходила центрально, рядышком по нашей улице. Мы скорости с этого дома вывели туда центральную канализацию. Телефон мы скорости провели. Тоже интересная деталь. Интересная такая история. Это телефон. Телефона не было. Я пошел до начальника э, телефонной станции. Я говорю, нам нужен телефон, мы церковь. Они говорят, нету. Я говорю, ну нам нужно, вы понимаете, у нас коллектив уже растет, у нас много, мы строим дом, нам просто крайне необходимо. Я начал уговаривать его. Он говорит, ну не знаю, я сейчас позвоню в технический отдел, а, если она скажет, что это возможно, если там есть какие-то свободные номера, да, мы можем. Мобильных телефонов не было, да, да? О, только, только проводные телефоны. А он позвонит до этой женщины и спрашивает: там назвал по имени, я не помню. слушай, а ну посмотри, по улице Миронова, 21: возможно ли, есть там свободные провода, коннекторы, что можно там протянуть, подключить телефоны. Она говорит: сейчас, минутка посмотрю. Она начала смотреть, оттуда: говорит, да, возможность есть. Я как посмотрел выражение лица его, он был просто уверен, что она скажет нету. Mm -hmm. Когда она сказала, что, возможность такая есть, он не нашел чего другого сказать. Неудобный ну, момент окей, Ну хорошо, ну ладно. Я говорю, я вам благодарю. А как раз мы провозили с Евгением, кстати, мы с тобой ездили, провозили гуманитарную помощь, одежду провозили. И как раз нам поступила, мы если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, мы привезли, привезли из от Белой Церкви. Белой Церкви э, епископ это э, Ежения Волосевич в Церкви был у него. То он нам помог, и мы загрузили там гуманитарную одежду, загрузили некоторые продукты, и как раз привезли. Я говорю, я вам рабочим вашим mm -hmm. привезу с Германии гуманитарную одежду. И она была хорошая, она пощенована. Некоторые вообще были новые. С этикетками. Ну ладно, ну, он так неохотно, но я понял, что это Бог посадил. У нас было большим благословением, что у нас в церкви уже был телефон. Мы там дежурных оставляли, которые помогали нам а, и готовили пищу, и дежурили там, чтобы не разорвали стройматериалы. Вот такая mm -hmm. была, это был самый такой особый период в жизни церкви. После многих евангелизаций мы уже начали строить молитвенный на дом. Многие приходили, даже мы их не знали. Мы не знакомы с людьми, мы хотим вам помогать. Приходили, приносили какой-то стройматериал, какой-то инструмент приносили. Просто мы хотим поработать у вас. Это был особый период нашей жизни, церкви нашей. Да, лет 60 церковь существовала, а здания своего еще не было. Ну, понятно, в советское время, когда там не было регистрации, но тут уже пришло время после Советского Союза, уже Советский Союз раз, распался, и появилась такая возможность церкви построить свое здание. Когда закончили строить, когда открыли молитвенный дом? Да, в 2002 году мы закончили, в декабре месяце мы уже подготовили этот молитвенный дом для проведения служений. Некоторые, как обычно, это обычная практика, некоторые вопросы еще нужно было со временем заканчивать. Но уже зал был готовый, уже были лавочки сделаны, уже лавочки, уже аппаратура была подключена, уже свет, уже отопление было запущено, все было. Некоторые пособные помещения надо было еще заканчивать, но служение уже можно было проводить. И потому мы сделали в декабре месяце официальное от, м, открытие молитвенного дома. Поэтому это где-то в начале декабря. И это совпало с временем вашего да, и отъезда, да? как раз это да? было время, когда э, я не по моей воле, это по воле моей жены и детей старших, они захотели уехать в США, а брат ее, моей жены Любы, Павел, Воловик, уехал первый в США, и он оформил документы на нас. И я согласился уехать, потому что дети мои сказали, их должны были в армию забрать. И военком сказал, что они должны служить, поэтому едут. То они сказали, папа, спасает нас, мы не хотим в армию идти, потому что в время отправляли горячие точки, и было опасно, что они могут или погибнуть там в армии, как часто 특히, особенно после Афганистана, еще продолжались вот эти боевые действия там, uh -huh. забирали часто простых людей в эти горячие точки, потому а, они попросили папа вывези нас отсюда, потому что заберут нас в армию, а, то это была причиной, почему я согласился уехать в США, но я рассчитывал, что я вернусь назад. Uh -huh. такая а кому ты передал служение, когда уезжал? Да, передал служение горниш Леониду, он был диакон церкви, помощник у меня был и был Сергей Волк но Сережа Волк уже мне тогда сказал, я не могу принять церковь, потому что, возможно, я тоже уеду. То тогда мы вышли на Леню и сказали, что Леня, тогда тебе принимать церковь надо. Он был, конечно, не до конца еще готовый к ответственности, как старший пастор, но мы передали ему служение, это и и он принял служение, и какое-то время унес ответственность, но по нашему совместному решению мы попросили Романюка Евгения, сраженики за пастора церкви, чтобы он опекал церковь на время, пока Леонид, будучи диакон, не мог совершать значит, полное служение. Он не мог совершать крещение, не мог. младенца молиться. Хочу вспомнить такую интересную деталь. Все это время, после того, как я принял ответственность за церковь, долгие годы, э, по поручению братьев и Запорожцев, а потом и э, я ездил по селам и опекал э, эти группы, там были как отдельно церкви небольшие, такие это Куйбышево, это Соленые, Чкалово, Алексеевка. В этих э, населенных пунктах или селах мы, я приходил выезжать, причастие преподавать, помогать в некоторых праздниках, проводить служение вместе с ними. А, тут тоже была такая большая ответственность. Ну, благо то, что у меня был автомобиль уже свой, я мог свободно сесть на свой автомобиль, поехать, провести какое-то служение с ними, какой-то праздник части, водные украшения преподавать приходилось. Тоже такая интересная была жизнь церкви Никополя. был были как бы э, какой-то мере так, микроцентром. Потому со временем э, мне... У нас в... был регион, да, да. Э, ну, в региональное такое братство. Ответственный Алькема был в Марганце, он был до меня служителем старшим. Я был у него помощником. И потому, но собирались в Никополе, потому что географически было удобное место. Из за Никидзе из Марганца. Из Никидзе, Марганец и Чкалова приезжали Шкалова. пастыря. Леонид Крюк приезжал, mm Женики за Женя Романюк, марган Алькема с братом приезжали, и в Никополе проводили часто региональные наши встречи. А кого вы помните вот, последнее ваше время в церкви, вот, время строительства. Кто такие активные были семьи? Может быть, они сейчас э, нас будут смотреть, привет им передать. Да, вы я ну, бы... понятно, вы уже сказали Загорнича семья, да, активная была семья э, Замирошниченко, вы сказали Николая. Он был активным да, в стройке день, помогал. Все. На сегодняшний день в живых, тех, которые сейчас, дай бог, помню, были активные. Леонид, Леонид Горнич самый первый, потому что он был постоянно. Э, те, которые живые. Потом э, Тамара Назарук, Назарчук, Назарчук, Назарчук Тамара, она рядышком жила возле нашего молитвенного дома, и часто мы к ней обращались, по какому вопросу, или позвонили. И там ее помню, две, две сестры был. Вера и… Да, две сестры у нее были, и она, еще. А, она очень часто отвлекалась. Люба, по -моему. Или какой-то мы груз привозили строительный, нужно было принять, заплатить деньги, или mm. какие-то вопросы там еще Всегда активные люди были, потом… Кураковы, Вера Куракова и муж павла он не ходил в церковь, но он нам сильно помог. Я нашел доски, мы купили доски, и он нам поделал всю столярку свою. У него была своя столярка, mm -hmm. и он поделал нам двери и окна. Это было для нас такие, тем более такие арочные окна, это были сложные такое исполнения. Да, да. То он нам за очень умеренную плату, он нам сделал столярку, потому это я помню хорошо. Потом а, а, Наташа Анисимова она очень активно помогала нам. Клава, uh -huh. ну это из живых, которых я помню. Сейчас попробую Любовь Берег. Левчук. Саша, Левчук, да? Саша. К этому времени он уже присоединился к нам. Он был uh -huh. раньше в церкви, потом они как-то организовались отдельно. С Марией Руденко. С третьим участком. Да, Мария Руденко была такая сестра интересная. Очень такая активная, боевая женщина. И они примкнули к ней. Они проводили собрание. Потом за мою каденцию, за мою ответственность эта группа присоединились к нам и он вернулся в свою церковь, а Мария с всеми людьми присоединились уже как новые новые люди в нашу церковь. Mm -hmm. Поэтому за мое время служения у нас несколько групп присоединились. Это группа, где субботники к нам часто. У них была проблема с пастором церковь рассыпалась и часть Таня Щербина, тоже была очень активная участница строительства жизни церкви, угу. она субботником да. вышла, Лариса Фарфудинова э, тоже она субботником пришла к нам. Я помню Милю Петровну Кравченко. Милю Петровна она сильно и помогала. И дочка Оля Настабурка. Э, как бы ответственная э, в одном из цехов за склад <свят> материалов. Да -да -да. И, да -да -да. и она э, использовала свое служебное положение в добрых для нас целях. И много нам помогало. Очень много разным материалом помогало. Элементарно, даже просто рабочие перчатки вот эти презентовые. Я до сих пор помню, это было для нас так, ну, кирпичи разрузить, допустим, там ну, много работы. Ты же рук не хватаешь, стирается. Потому она много-много а. помогала нам. Потому ты, а Женя, Я молодые помню семьи, еще? например, Антоненко, Женя, Мари, Марина, да, а, ну, Сергей Вовк. Один диакон Швачко был... Сергей уже присоединился к нам в туры мне. Очень много помогал. Гринченко Володя из как-то это называлось там на севере. Николай. Минжинская. Минжинская, да. Ага. Швачко Сергей, мы когда молитвенный дом уже дом у нас не помещался, старенький, мы построили как бы летний такой, если ты помнишь. Летняя такая как палаточка палатка такая возле дома. Такая, да? типа как палаточка. Мы из ДСП или с какого-то материала, фрем Я сварил железный с труп, там с уголков, а обшили его, мы ДСП накрыли шефером. То я помню Сережа Швачко на фронт сайт нарисовал картину Пришествия Христа. Ангелы, да, 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 там, да, значит, да. луч света такой идет. Сзади проповедников, людей. получается да, это была да, картина. И да, да. И сзади проповедников. Да, много фотографий у нас сохранилось. У -у -у. То есть Сережа значит, так много усердия предложил, когда рисовал эту картину. Потом потом да. по этой палатке я сделал отопление, сварил котел специальный. Мы врезались в газовую линию. На постенке проходила газовая линия. Мы обрезали оттуда газ, подключили к печке, обдув сделали. И мы даже зимой проводили собрание. Ну, потом, конечно, газовая служба обнаружила это все, предупредили нас, обрезали нам, то нам нужно было как-то уже там выходить из положения. Может, может всех молитвы. мы не вспомним, ну, так вот, может, с десяток людей вспомнили, а остальные кого не помню, вам тоже хороший большой а, привет от нас. Да, но э, те, которые были очень активны, которые были большим благословением нашей церкви, Клава Яценко, а, потом а, Шевченко а, Шевченко как же ее Нина? зовут Нина Шевченко Белик Любовь Бабушкина Зоя. было много людей которые нам помогали э, Фаина да, Фаина Фа как Фа ее Фаина Шуталева. Шуталева. и ее муж он не ходил в церковь но, он но был на стройке очень он расположен. был он на был очень третьим активный за первый заместитель был Николай Иванович Мирошниченко, а он был третьим Он нам полы сделал. Я купил доски, а он взял полную соответственность на себя. Он сделал полаги, постелил, подготовил почву, постелил полы. Все. И не только. Он с самого начала, ему, он сильно полюбил меня. Ему очень понравился мой подход, мои взгляды, мое отношение к людям. Просто так привязался ко мне. И на баньку приглашал. Очень часто у меня банька по-черному была. Павел, ты уже кашляешь, все, прекращаем. сестра Фая приготовила чайок мне, цветочный, разные там сборы, а он баньку, то он меня очень часто выручал. Ну хорошо, я думаю, мы уже по времени должны быть заканчивать, да. значит, что мы чем закончим. Передадим привет всех, кто нас знает, всех, кто нас помнит, может кто-то узнает нас. Желаем удачи церкви, верность, да, вот уже 90 лет они Существует наша церковь здесь, где мы сейчас членами чуть больше 20 лет, то это ну, ни в какое сравнение не идет, конечно. 90 лет это большая вот у меня история. Здесь, Евгений перебил. У меня есть протокол, если сейчас видно на экране. Я считаю, 20 марта 2001 года Варивода, горнич, Левчук, Мирочниченко, Несеров. Значит, и повестка дня. Присвоение названия церкви. Значит, и вот конкретно пункт. Утвердить предложенный пастором название церкви ⁇ Верность ⁇ Поэтому с 20 марта 2001 года эта церковь mm -hmm. уже имела свое название. И если я правильно понимаю, до сегодняшнего дня у них есть и блан церковный, и везде проходит она по разным отчетам, как церковь ⁇ Верность ⁇ потому когда мы принимали решение, я вышел на, 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 на братское совещание нашей области на Петровской. Я спросил братья, братья, как вы смотрите, что я предлагаю церковь, церковь вроде как не против, но я хотел еще ваша поддержка. Они говорят, очень ответственно. Все-таки это надо быть верным. Соответ, ну Соответствовать названию. Мы себя да? таким образом дисциплинируем и обязываем. Угу. Потому да, это название прожило, до сих пор держится. Поэтому мое пожелание церкви, которую сейчас вы представляете, церковь с названием «Верность». И когда-то я был 20 лет назад пастором церкви, 10 лет придет я нес ответственность церкви. Мы желание э, проповедовать Слово Божье. Будьте достойными учениками Иисуса Христа и будьте верными. Э, наше название, оно действительно, вы его тоже, вы приняли водное крещение, присоединились к этой церкви, вы и на себя приняли и эту от ответственность быть верными Богу. Пусть Бог поможет вам. Пусть Бог даст вам силы в это очень трудное время, во время войны, во время, когда Никополь обстреливается каждый день и ночь, во время, когда разрушаются дома. Я постоянно молюсь, Господи, сохрани молитвенный дом. Мы очень много вложили в него. Прежде всего, своего, своей души, надежды. До сих пор, слава Богу, молитвенный дом не повреждены. Мы знаем другие молитвенные дома. Маргенце пострадал, но не разрушенный некоторые молитвы дома разрушены, некоторые молитвенные дома захвачены и они отобраны. Я очень молюсь Богу, чтобы этот молитвенный дом и церковь верность были благословения для многих в городе Никополь, чтобы вы были представителями Бога в этой церкви, проповедовали, жили достойной христианской жизни и несли благую весть. Жизнь своей проповедовали и смело проповедовали и принимали, и чтобы сердце ваше всех вас, и молитв, дверь на дома, и ваше сердце было открыто принимать всех, кого Бог направит к вам, а Он направляет к вам. Готовы ли мы послужить тем людям? Часто проблемные люди приходят, очень сложные, но молите Бога, чтобы вы могли уделить внимание тем, которые Бог хочет спасти, чтобы вы были для них благословены, вы были для них духовными наставниками, вы им помоли, помогли подняться, приобрести Христа, понять Его, Пусть Бог благословит вас. Да. Благословляем э, нынешних служителей. Мы слышали, что там брат Александр Бережной тоже несет ответственность. Э, пусть Бог благословит. Э, наверное, у нас не получится к вам приехать на это празднование 90-летия, но, может быть, на 100-летие, Павел Иванович? Или мы еще одно поздравление запишем, или мы съездим туда? Ну вот я насчет 90-летия. Мы имели разговор с членами церкви, я имел с Александром разговор, он был здесь в гостях, мы имели Бережным. разговор с Бережным Александром, а, то он говорил, что где-то, наверное, в ноябре они, вы должны провести этот праздник 90-летия. По нашим подсчетам, именно где-то в конце года или где-то осенью как раз где-то сходится эта дата 90 лет. Так что благословение вам на этот праздник, наши поздравления а, и, возможно, наши вас. Мы хотим вас. дожить до вашего празднования столетия. Да, хотелось бы побыть у вас на этом празднике. Спасибо. Спасибо за внимание. Богом, Всем приветствия и Божьи благословения.